Когда в аптеках масок нет и антисептик не достать, есть очень правила простые, и ты их должен соблюдать. Не нужно лезть в глаза руками, не нужно ковырять в носу, а руки мылом мыть почаще. Ты дома, не в глухом лесу. На улицу ходить не надо, не надо бегать и гулять. Аптеки или магазины ты можешь только посещать. Купить продукты, корм собаке, коту селедку принести. И руки сразу надо вымыть, чтобы заразе не пройти. Врачи в период пандемии, как на войне, они в бою. Давайте все мы им поможем, тогда останемся в строю. Не будем стадом безголовым и будем жизнь свою ценить. Беречь родных, друзей и близких. И вирус сможем победить.